Всем привет! Сегодня будет очередная проверка удочек. Сегодня у нас похолодало немножко. Минус 20 с утра. Ну, поедем проверять. Печка топится. Красота, тепло в гараже. Чайничек стоит, шкварчит. Сейчас попьем кофейку и поедем смотреть, что у нас там сегодня с язями нашими творится. Ну вот мы на реке. Сегодня ветерочек, так, минус 20, и ветер не очень. Ну ветер не сильный. Ну ладно, первая удочка. Вроде что-то есть. Что-то вроде тяжелое висит. Опять ничего не шевелится. У нее что-то... Вот он. Есть. Первая удочка и первый ясь. Блин, крючок говно. Вот это да, крючки. Начал отцеплять и крючок сломал. Блин. Так, ладно, сейчас перевяжем крючок новый. Вот очередная лунка. Что-то вроде есть тоже. Опять висит тряпка. О, задергался. О, блин, не хочет выходить. А, это налимчик. Небольшой налим такой. Не, его отпустим, он тем более за край губы зацепился. Его отпустим. Давай, до свидания. Бабушке с дедушкой привет передавай. Скажи, в гости ждем их. Но он не верит своему счастью. Замер. Давай, пока. Раз и ушел. Пускай растет. Очередная удочка. Опять что-то непонятно, есть там что-то. Вроде есть, а вроде нет. Блесна пустая. И что-то есть. Ой, блин, опять налимчик. Еще меньше. Все, давай, до свидания. Блин, налимы маленькие почти. Хана, блин. Сейчас не дадут, наверное, рыбалки. Потом еще мельче начнут клевать. Вообще сварежку такие маленькие. А заглатывать по самое не хочу. Вот их жалко бы. Не, сегодня точно день налимчиков. Очередная удочка. Вообще думал, ничего нету. Вытащил. А тут опять налимчик сидит. Ну хорошо, что они хоть за край губы цепляются. О, ушел. Не заглатывать. Вот если заглатывать, там, блин, тяжело их отцепить, тогда они погибают. А так отпускаю. Вот очередная удочка. Что-то вроде клюет. Что-то есть. Не хочет. Опа. Вот он. Отличный ясь. Ого, красавец. Отлично. Ладно, будем насаживать червя. Очередная лунка, удочка. Опять на линчик попал. Опять небольшой. Опять до края губы повезло. Давай, до свидания. Сегодня день налима какой-то. Налимчиков. Вот проверил удочки. Вот итог сегодняшней рыбалки. 3. 6 язей. 6 язей и несколько налимовчиков было небольших, которых отпустил. Вот такая сегодня новогодняя
Правда, удочек. Ладно, всех с Новым годом, всем удачи, всем здоровья в новом году. Будьте здоровы, подписывайтесь. Будем рыбачить дальше. Всем удачи, пока.